Вот так выглядела детская площадка на улице Полтавской у дома номер 19/6. С виду неплохо, но ее покрытие оставляло желать лучшего, так как часто становилось причиной разбитых детских коленок. Поэтому жильцы дома 19/6 на Полтавской лично попросили депутатов городского собрания Сочи сделать на их детской площадке новое безопасное покрытие, отвечающее всем стандартам. Парламентарии оперативно отреагировали на запрос и с 1 июля приступили к ремонту. Сначала подрядчики убрали все аттракционы. В тот же день эту территорию расширили, залив бетоном небольшой дополнительный участок. Конечно, площадка очень нужна нам. И, в принципе, то, что мы долго просили, в принципе, наш город вот выделяет, уже залили бетон. Думаю, что скоро здесь будет. Сейчас детская площадка выглядит вот так. Долгожданное мягкое покрытие уложено и подсыхает. По обращениям жителей в 2021 году был сход граждан, обратились глава ТОС Овчинникова Надежда Михайловна, чтобы благоустроить данную площадку. На 2022 год в депутатские наказы были включены совместно согласованные с главой администрации центрального района, это вот вы видите, приведение в нормальное состояние покрытия площадки. Далее здесь отремонтируют и обновят качели, после чего вернут на место все архитектурные формы. Ну а уже в планах на следующий год включить в депутатские наказы установку нового оборудования и аттракционов. Дарья Дмитриева, Александр Киреев. Время новостей.